внешнику. И зависимо от того, сейчас рамку нарисуют на старте, встаем, едем сначала во внешнику, потом во внутренний сходу. После финиша. Всегда по помехе справа. Останавливать с внутреннего круга, если... Вы готовы? Ну, конечно, готовы. Соперник поедет с внешней дорожкой, и мой сразу внутренний круг. Нормально. Надеется, что он повезет. Что повезет, да. Ну, соперник сильный. Subaru всегда была сильная машина в таких спортивных дисциплинах. Так же, как и Mitsubishi. Ну а мы вот боремся на фите. Thank you.
Начал. Есть пара вопросов. Да? Давай. Как тебе Nissan Note в гонках? Да, отлично, наверное. Отлично? Да, то попробую, пока все нравится. Ну ты быстро едешь? Ну, наверное. А ты из Томска? Да. Ты к нам приедешь на следующий этап? Не знаю, посмотрим. Как тебе вообще наш трек, наш уровень? Нет, трек офигенный. Очень нравится. Пока больше, чем другие. Где бывал, там в Новосибирске хуже гораздо не понравилось. Есть прям, он кайфовый. Без ям, без дыр, просто по кайфу ездишь. Ну здорово, здорово. У нас самый ровный лед. Ну да. И снега меньше всего, да? Да. Ну и организация как по времени довольно-таки быстро происходит. Так что все на уровне, молодцы. Ну все, спасибо, давай, удачи тебе. Спасибо. Плотный-плотный финиш был, смотрит фотофиниш. Да я тоже как бы что-то, я там убрался, я не понял. Ну и за счет того ты убрался, но все равно догнал. Ну, старался. Да? Да. Ну все, давай, удачи. Да. Погоди, one man time? Да. Как мы любим? Вообще, как все мы любим. Ну все. Сегодня все плотно финишируют, все прям. Да, вообще сегодня интересно, прям. Да. Ты планечком и другие победители. Да, да, да. Кто победил? Да кто? Дружба. Дружба? Конечно. Правильно. Не знаю, сам участник не знает, кто победил, там фотофиниш решает или... Когда фотофиниш и гонка становится красивая. Да, это да. Thank you.
Слушай, ты мне расскажи, как тебя так развернуло на ровном месте? Слушай, честно тебе скажу, машина на третьем заезде очень поехала сильно. Я видел, ты стартанул первый. Да, Я очень круто стартанул, и что-то пошло не так, или занесло, но я онборд посмотрю, и я там зацепил колесо. Но и развернуло? Да, меня уже развернуло, я пытался их догнать, агрессия появилась, она есть, это уже радует. И маленько закосячил, но я машину вытянул, но как получилось, так получилось. Как тебе? И закипел. Закипел? Да, шкив открутился, помпа встала, и вот сейчас ее заводить нельзя, и поедем. Нет? Не умею. Не умеешь? Нет. Как тебе гонка? Не знаю, я с утра стою, жду. Готов побеждать? Нет. Нет? Нет. На. Я спать хочу. Давай, удачи. Вообще зима после лета. Слушай, ты уже знаешь, какой сезон едешь? Знаешь, какой сезон еду? Я, наверное, думаю, сезон третий еду. И сейчас хочу сказать, что прогресс есть. Раньше я там боялся, когда машины близко подъезжали ко мне. Я там, пожалуйста, проезжайте. В этот раз нет уже такого. Это уже радует. Как бы друзья, которые меня поддерживают, они довольны, что агрессия есть, это самое главное. А уже подиум, это уже, как сказать, приходящее, или как это сказать? Ну, понял. Да. Так все супер, можешь вот посмотреть, там маленько едем. Чуть-чуть масло капает, Все отлично. Мы едем. Сейчас готовимся к следующему этапу, будет все отлично. Следующие выходные? Да. Суббота или воскресенье? Воскресенье будет. Воскресенье. Ну все, давай, удачи тебе. Да, спасибо большое.